Добрый день. Добрый день. В эфире, похоже. Наш эфир посвящен началу программы. 7 октября мы запускаем нашу большую программу про чувства, соло с чувством. И сегодня хотим немножечко, я бы хотела, Леся, с вами поговорить про программу, ну, такой установочный эфир, вообще про чувства, как эта программа задумывалась и так далее. Вот, ну, начну с первого такого вопроса. А как эта программа начинала задумываться, из чего она состоит и как мы двигаемся, какая у нее структура? Это 3 вопроса. Ну, какой первый отвечать? Ну, давайте, наверное, про историю сначала. Как это вот, как задумывалась эта программа, какая вот... Старая программа. Вложили в нее, вот это было бы интересно узнать, такие истоки. Давняя программа, на самом деле, у меня же есть и психологическое образование тоже. И в то же самое время достаточно много проводила времени, провела, да, с целителями, с людьми, которые в традиционной культуре занимаются людьми, в общем, да, человеческими судьбами. И у меня появился, когда я оказалась в Канаде, я сделала первый свой онлайн-курс, их еще совсем не было, это еще было далеко до ковида, я сделала курс ясночувствования. И он был очень такой легендарный, я бы сказала, у него были очень такие яркие результаты у людей. И, может быть, даже стоит его повторить, но там еще не было соло. И вот, собственно говоря, в программе ясночувствования мы шли постепенно, да, раскрывая какие-то смыслы и обучаясь работать с нашими чувствами, с одним, вторым, третьим. То есть и через ощущения шли, и через, ну, психологические техники и так далее. Много было всякой движухи в этом смысле. Мы прям шли от одного к другому. И плюс я, в общем-то, много тоже внимания уделяю китайской медицине. Мне интересно, что это такое, как это работает. А там чувство тоже связано с элементами. Есть идея о том, как одно мать другого, как они друг на друга воздействуют, какие, в общем, какой баланс должен быть и так далее. Там есть такое понимание. И как бы дисбаланс в чувствах связывается с работой органов человека. То есть что с ними происходит. Вот еще это. В аюрведе тоже это есть, и в буддизме это есть, все эти там базовые чувства и так далее. Вот. И мне показалось, что в этом много смысла, и если говорить о каких-то дальнейших вот движениях, то есть куда ни идти, не пойдешь, творчество ли мы разбираем, проживаем, да, убираем препятствия, раскрываем свой потенциал. Мы встречаемся и со страхом, и со стыдом, и с виной, и с гневом, и с радостью и так далее, да, с разными человеческими чувствами. И если мы не умеем с ними встречаться, то либо все очень мучительно происходит, есть такое понятие, там, муки творчества, либо не происходит, либо происходит иногда в момент просветления. Вот. А на самом деле есть технологии, которые есть и в духовных традициях, и у психологов уже кое-что поднакопилось. Мы помоложе будем, чем духовные традиции, но тем не менее. И, в общем-то, довольно глупо не владеть этими технологиями. Потому что именно вот какой-то дисбаланс, там, избыток какого-то чувства, или когда оно нездоровое, искаженное тоже, или неадекватно реальным обстоятельствам. Обычно это взаимосвязано. То есть не привязывается к тому, что сейчас происходит в моменте. Ну и так далее. То есть пришло из какого-то там... Что-то мне что-то напомнило, и вместо того, чтобы проживать реальную ситуацию, проживается ситуация, которая не здесь, не с нами. А когда-то была, может, даже не со мной, а с кем-то из моей семьи, например. Такое тоже бывает, как все знают уже. Вот. И вот как с этим совсем иметь дело? Ну, пойти к психологу. Но у нас есть еще практика соло, и вот в какой-то момент я начала развивать соло, это уже 10 лет назад было.
И, в общем-то, «Соло с чувством» — это одна из первых программ, которая появилась. Но, честно говоря, пока готово, да, работает, идет ее первая часть, первый блок из трех курсов «Сложные чувства». Вот, собственно говоря, про страх, про гнев, обиду и про стыд и вину. Тоже все неспроста выстроено. А вторую часть я как бы собираюсь писать в каком-то прямом будущем. Но вот пока мы говорим про три курса. Я даже бросила вести с начувствами, потому что эти вот три курса уже очень много решают вопросов. Ну вот именно соло-курсы, как мне кажется, они... Почему я ушла даже от изначувствования? Они дают такие инструменты, они дают возможность самостоятельно разбираться с очень многими задачами. То есть тебе даже не так нужен помогающий специалист, то есть он нужен вообще-то. Но, в общем-то, ты можешь и сам, если овладеешь, в общем, техниками, технологиями этими. Это правда рабочая очень получается стратегия. Начинать хорошо с кем-то, а потом ты уже легко очень проходишь через разные ситуации. Вот, не знаю, ответила на вопрос, как появилась. Она еще появляется, я бы сказала. Она выросла как продолжение или улучшение ясночувствования, да? То есть вот вы туда добавили... Это другой способ. Оно не улучшение, в общем-то, оно просто другое. Я увлеклась соло, и все онлайн-курсы начала делать основу на этой практике, потому что я просто вижу, как она уникальна и сколько она дает очень такого живого, естественного ресурса. А ясночувствование все-таки сильно держалось на мне, да, то есть на наших всех эфирах и так далее. Может быть, я повторю этот курс еще, я вот о нем думаю. Но там мы просто, там была структура такая полгода, и мы шли от одного чувства к другому, как бы за полгода интенсивно с моим таким очень таким активным вниманием и активным участием люди проходили, ну, действительно выходили прямо в такие яркие результаты, и там проблемы решались очень базовые у людей, структурные, которые никак не могли решить раньше. Но вот соло, конечно, мне легче. Мне легче работать через соло, а результаты тоже яркие. Вот, просто до этого, ну, скажем, до этой осени, мы не так сильно акцентировали на том, что нужно брать все три курса вместе, например. А лучше потом шесть. Да, сейчас три, а потом еще три. Ясночувствование была длинная программа и не очень дешевая, честно говоря. Она такая более для тех, кто решился на прям такой большой марафон, и там не соскочишь, там каждую неделю много заданий. И каждую неделю нужно прям и парная работа, и такая, и сякая, прям такой мощный интенсив на полгода. Такой непростой процесс, и да, конечно, он давал результат. Вот. А тут мы сделали более расслабленно. Ну, давайте для начала научитесь разбираться со страхами. А теперь посмотрите, как у вас с творчеством, с гневом, с, в общем-то, вот этими всеми горячими чувствами. А что у вас там со стыдом и виной? И когда нет такого марафона, люди делают большие паузы из-за того, что... Ну, там много всего. То есть эти курсы более насыщены, действительно, они более развернуты, чем те недели, которые отводились на соответствующие эмоции и сночувствования. Они такие прям... Там можно вечно ковыряться в каждом из них. Там много чего можно делать. И вот человек прошел, ему кажется, что у него такой объем, там вот он со страхами вроде как разобрался, и разбирается, а вот у него еще вот это, а вот еще вот это. Там нет такого, что все, иди в следующий. Вот с этим у тебя появился, взял ресурс отсюда, иди в следующее чувство, иди в следующее. А вот этой связки нет. И мы так никак не доходили до каких-то уже там до радости, говоря. То есть один курс круто, три в связке гораздо круче, а потом мы снова предложим там годовую программу, например. Сейчас мы берем полгода. Вот, потом будем предлагать людям, которые пройдут полугодовую,
пойти во вторую часть, если они захотят. Но сейчас хотелось бы предложить пройти этот курс вот прям ритмично. Вот 2 месяца на один курс, ну не 2 недели, там, не месяц, как весночувствование, да, 2 месяца. Но потом ты сразу идешь в следующий, сразу идешь в следующий. Это такие полгода со сложными чувствами в начале. Я думаю, что это будет круче, чем весночувствование, не полгода, а год. Но стоит того. То есть это будет такой год, который не забывается. Да, даже я, у меня остались очень яркие ощущения от того, как мы завершали весночувствование, какие у людей были перемены, там дети рождались на всех курсах просто. Люди, которые подолгу никак, все там кого-то родили, кто хотел, что-то поменяли в своей жизни. И люди, и еще что важно, вот эти группы весночувственные, они остались близкими друзьями. Они до сих пор друг к другу ездят в гости из страны в страну и так далее. Потому что очень такая международная получается тусовка. Вот. Здесь мы, я хочу сделать это немножко так... Первые 3 курса, они как бы выглядят чуть-чуть пугающе. Сначала страх, потом гнев, обида, потом стыд и вина. Но не бойтесь, они веселые, конечно. То есть там много чего очень теплого, очень душевного происходит, очень творческого, и соло — это ресурсирующая практика. То есть из каждого курса вы будете выходить в ресурс. То есть чтобы люди за год, да, такой глубокой работы не погибли, все-таки мы оставляем деление, ну, погибли условно, не погрязли просто в чем-то. Мы каждый курс, конечно, делаем все равно завершенным. Можно будет присоединиться, например, без страха к гневу, но лучше начинать со страха, все время говорю. Вот. А все равно будет всегда вводная часть и будет интеграция. Я даже сейчас буду отдельно еще дописывать эфиры для блока интеграции к каждому из этих курсов, потому что промежуточные вот эти интеграции, они важны. Тогда вы все время будете в ресурсе. То есть прошли, прожили что-то, вышли в ресурс. Прожили что-то, вышли в ресурс. Тогда можно будет идти глубже и в то же самое время идти последовательно. Но то, что это практика соло, почему получается, что нужно более длинными делать эти вот как бы участки пути? Потому что соло у нас образовательный подход. Я еще когда на конференциях психологических докладывала про эту практику, все время на этом акцентировала, что мы обучаем людей. В принципе, если вы психолог, вы возьмете много инструментов для клиентской работы, конечно же, из этого всего. И делаем их самостоятельными. То есть у вас есть самостоятельная практика, у вас есть группа поддержки, которая останется с вами пожизненно просто, всегда. Да? Соло-сообщество вообще в целом, оно с вами теперь. И те люди, с которыми вы подружились, познакомились на этом вот таком глубоком процессе, они тоже останутся с вами как поддержка. Но еще у вас будут техники и, самое главное, все-таки практика, потому что люди, которые прошли весночувствование, получили результаты, но они меня периодически спрашивают, а можно еще раз пойти на такой курс, ты его не собираешься делать? Потому что мне вот уже не хватает, уже мир навалился, я уже как-то вот помню вот эти ощущения яркости мира и силы свои, как я легко разруливала свои там вопросы и проблемы на этом ресурсе. Но вот сейчас, конечно, немножко ушло. Вот, чтобы не уходило, мы вас учим, мы вам даем практику, которая дает, ну, она просто шаманская такая, она с опорой на тело, во-первых, и весночувствование было такое разговорное, интеллектуальное, там другие были техники. Техники из весночувствования в основном перешли в соло с чувством, почти практически все, может, еще больше, даже больше добавилось. И почти все, еще добавлю. Вот. И ну, как вам сказать, вот те знания и вообще вся эта структура — это основание для регулярной практики. Угу. В принципе, да, то есть если человек полюбил это дело, и он пошел в практику, кроме того, у нас куча других есть ресурсирующих соло-курсов, их можно брать тоже. Но вот эта программа «Соло с чувством», я ее считаю базовой для всего остального. Она войдет как обязательная в фасилитаторскую программу. Я сначала хотела только базовый,
курс делать, а вот нет. Все-таки соло с чувством должна быть программа у соло-фасилитатора в арсенале, поскольку он все-таки еще и встречается постоянно с человеческими чувствами, он должен уметь, да, он должен иметь инструменты для того, предложить такие соло-форматы, такие инструменты в работе, чтобы ну вот, как бы решить вопрос. Сейчас родился вопрос, вот сложные чувства, да, ну понятно, мы включены в эту программу, мы понимаем, что мы имеем в виду, а мне хочется больше, вы знаете, разложить для человека, который, может быть, никогда не проходил наши курсы, вот почему они названы сложные, что в них такого сложного, какое у них устройство, да, как механизм вот этот работает, когда одно чувство включается, ну вот по своему опыту я знаю, что вы включить именно в это чувство, и ты там неадекватным становишься, ну, неадекватно видишь мир. Вот как работает этот механизм, и как в программе мы, может быть, благодаря чему, благодаря каким инструментам справляемся, да, вот с этими состояниями, выходим из них. Вот, то есть первая часть, что такое, да, вот эти сложные чувства, и вторая часть, какой их механизм, как они работают. Если я не вспомню про второй вопрос, вы мне напомните, вы мне, Селеночка, задали, пожалуйста, по одному вопросу. Это такое правило на первом курсе журфака. Задавайте человеку один вопрос. Ну вот, так вот, первый был какой? Первый вопрос, что мы вкладываем в понятие сложные чувства? Во-первых, это как бы немножко игра слов, но не совсем. Почему программа? Потому что обычно у человека чувства существуют не по одному, а вместе. Угу. И, например, страх подмешивается ко всем чувствам, которые вышли в свечку, да, которые стали чрезмерными, которые уже тяжело становится выносить. Потому что если мы чувствуем легкую, например, обиду, ну что? Ну я как-то справился с этим, пришел, вспомнил, что я взрослый человек, и начинаю решать задачи, и там еще что-то. А вот если там примешан страх, то угу. чаще всего это чувство может перекрыть просто возможность коммуницировать, к примеру, и вызвать очень сильную боль. Вот эта боль, что такое боль? Это сигнал о том, что что-то начинает разрушаться, в том числе мои личностные структуры, моя способность контактировать с миром разрушаться начинает, моя способность контакта с другим человеком, отношения разрушаются. Это возникает эмоциональная боль. На теле это же то же самое. Что-то начинает разрушаться в моем теле, я начинаю чувствовать боль. Или там порезал палец, или там где-то что-то ноет. Но это именно сигнал. Если человек не реагирует на этот сигнал, то он может даже пропасть, потому что просто организм решил выключить чувство, да, выключить вот это вот все. Но вместе с этим он выключает и иммунитет. И ничего уже не лечится. Вот самоисцеление не происходит. Вот и в соло есть случаи чудесных исцелений, но их очень много в relational bodywork особенно. Они там происходят прям регулярно. А почему они происходят? Потому что мы возвращаем чувствительность в тело, и часто начинаются всяческие... Сначала даже здесь заболело, тут заболело, какие-то блуждающие боли, и потом организм вдруг начинает разбираться со своими хроническими проблемами. В соло мы делаем это с чувствами, очень много, ну, много такого, с нашими психологическими конструкциями. И туда мы тоже направляем внимание, и там снова появляется чувствительность, но мы ее даем туда дозированно, да, чтобы нас не захлестывало. Вот. И когда мы начинаем разбираться сначала по одному с чувствами, почему по одному? Потому что, ну, известная эта фразочка, что как можно съесть слона, слона можно съесть по частям. Полезно разбираться сначала по отдельности со своими чувствами, а потом их соединить. Ну, начинать уже воспринимать одновременно. И, конечно же, мы начинаем в этом смысле со страха, поскольку именно нормализовать уровень страха, да, то есть, в принципе, страх сам, само по себе полезное чувство. И оно дает порою
там, подряд такой, активность. Страх лучше друг бойца, да, как в фильме «Рок и его братья». Или он активизирует нас, то есть дает нам тонус, тонизирует так. Вот. Но когда чересчур, то он может уже либо вот это вот дать заморозку, наоборот, отключить все чувства. То есть знаем мы эти реакции страха: бей, беги, дерись. То есть дерись, беги, замри. И у многих из нас чуть ли не базовой конструкцией является вот это «замри». Особенно городские люди. Драться нас отучили, бежать нам частенько некуда, и остается вот эта вот заморозка, «замри». То есть, чтобы не страдать, просто отключить чувства, отключить чувствительность. И когда страх становится сильнее, чем для тебя полезно, ты можешь, наоборот, потерять контакт с миром, то есть перестать чувствовать. А это опасно. Можно сделать много глупостей или, наоборот, не сделать ничего, попасть в депрессию и так далее. Вот. И страх является по китайской медицине матерью гнева, поэтому на следующий курс именно гнев и обида. Но вначале полезно, вот если ты, у тебя проблемы с гневом, нужно сначала опять разобраться со страхом. Возможно, он дает тот излишек вот этой вот психической энергии, и потеря контакта с реальностью происходит на страхе. И в итоге у человека проблемы с контролем гнева в том числе. Сильный испуг может быть очень вспыльчивым и, ну, как бы прям скандальным таким. Сразу же раз в агрессии. Вот. Поэтому для того, чтобы не быть, не срываться, да, а творчески использовать свою энергию гнева, энергия гнева — это энергия творчества тоже. Это энергия на изменение ситуации и на творчество. Вот, чтобы идти в творчество, а не в разрушение всего и вся, полезно научиться вначале разбираться со своим страхом, чтобы было ровно то количество следующего чувства, сколько надо. Потом, по идее, должна была бы идти радость, но в первом блоке это будет, она будет, такой курс будет про радость. Но не будут устойчивые результаты, если мы не разберемся вначале все-таки со стыдом и виной. Потому что дальше, поэтому там-то колечко такое, а у нас все-таки линейная программа, скажем так. А там в китайской медицине их схема это задача, решает задачу показать, как одно происходит, ну как вот круговорот такой. А мне хочется всех очень сильно ресурсировать на этой программе, чтобы какое-то время у вас просто легко решались любые задачи, просто запросто. Вот вы в такой силе, что море по колено. И вот, тогда нам лучше выйти в радость. Вот. И мы начинаем. А потом мы пропускаем немножко и убираем то, что вас погасит потом. Ну, как бы убираем, научимся контролировать. И в курсе про радость мы вспомним вот этот опыт работы со стыдом и так далее. То есть нам понадобятся эти инструменты потом. Но до этого мы вот поработаем с базовыми чувствами со стыдом и виной, а в следующем цикле из трех курсов там будет про грусть все-таки, потому что грусть — это тоже то чувство, которое нам нужно для грусти свободы, он будет называться, для того, чтобы завершать то, чему пора завершиться. Но завершать, ну, как бы чисто, легко, свободно. Потому что у людей там есть страх перед этим чувством, и поэтому они очень часто откладывают или не смотрят. Им кажется, что им будет невыносимо больно. Вот если разобраться вначале со страхом, с гневом, со стыдом, потом пойти в чувство грусти, с ним поработать технически правильно, уже имея опыт вот этих наших первых трех курсов, то это не будет ни страшно, ни больно, а будет светло и будет полезно. То есть вы не будете перегружены постоянно тем, что уже отжило. Лошадь сдохла, слечь. Вам не будет больно расставаться с тем, что вам уже не нужно, по большому счету. И это чувство будет очень полезно для тех, у кого проблемы с завершением отношений тоже.
Или кто завершает прям отношения, прям срочно нужно будет идти на этот курс, вы получите море поддержки, и вы уже будете, ну, не травмированы этой ситуацией. Иногда ситуация, одну и ту же ситуацию человек проходит, получив травму и не получив травму, наоборот, выйдя в ресурс. Так вот, не получает травму тот, кто, во-первых, уже имеет много ресурса, а вот наши все эти знания, практика и поддержка сообщества – это много ресурса. И кто знает, как это делать. Но это уже следующая такая, следующая история, да, то есть я сейчас в двух словах, тогда не буду подробно углубляться сейчас в следующие три курса, я скажу, почему мы так поделили. Я просто не знаю, как работать вот с той следующей частью, качественно и глубоко, если люди не прошли вот эти три. Вот страх, обида и стыд и вина – это вот эти самые сложные чувства, они, как правило, смешаны между собой в жизни обычно, поэтому они еще такие сложные, да. Грусть ты часто чувствуешь, ты понимаешь, что ты чувствуешь. Мне грустно или мне радостно. Еще там будет курс зависть и ревность про деструктивные сравнения, про то, как мы часто не свои чувства проживаем вообще, про отделить свое от чужого. Вот. И тогда мы будем готовы к большому тотальному курсу про отношения. У меня есть идея продвинутая сделать курс для тех, кто прошел программу «Соло с чувством», «Соло с любовью». Но его будет одно удовольствие делать вот для людей, которые правда понимают, знают, разобрались, как у них это в жизни работает. Со своим страхом, со своим стыдом, со своим гневом, со своими вот нездоровыми моделями поведения, зависть и ревность, умеет грустить с удовольствием и просто вот красиво, и умеет радоваться. Радоваться ярко, устойчиво. И на самом деле, по идее, по моему вот замыслу, хочется сделать, чтобы радость для нас была базовым чувством. Часто для людей, которые застревают в чем-то из вышеперечисленного, может быть базовым чувством злость. Вот я знаю людей, у которых прямо вижу, у нее несущая конструкция. Человек просто все время зол внутри, не осознает этого или осознает. Ну вот, вот он такой. Вот. Но с ним не очень приятно. Окружающим у него явно проблемы в отношениях. Или в страхе. Он как бы все время слегка пришибленный. Не может двигаться. Он маленький такой становится. Да? Вот он все время находится где-то в этом. И тоже проблема в отношениях. Точно проблема с реализацией социальной. Точно человек не социализуется серьезно. Или там проблема со стыдом. Та же фигня. Человек костенел весь свиной, такой Бэтмен. Обычно это часто такие перегруженные плечи, жертва. Прям человек за других живет, спасатель такой, но при этом сам все время несчастен, ощущает себя несчастным, ну и так далее. Ну, находится в грусти, в постоянной, ну, бывают такие люди. Но обычно все-таки они на самом деле находятся где-то в вине и где-то в злости, чаще всего. В грусти обычно люди не удерживаются, они прячутся в страх и вот куда-то сюда. Это уже более взрослое, почему мы это взяли, я это отделила. То есть уметь грустить и радоваться, это вот, да, то есть человек, который с удовольствием грустит и легко радуется, ярко радуется, базовым чувством, скорее всего, будет радость вот все время. Но иногда надо что-то завершить, человек погрустил по этому поводу, с удовольствием осознал это, оставил, пошел дальше, у него освободилось место для радости. А вот если там начались какие-то сложности с другими чувствами, смотрите, мы все остаемся детьми своих родителей, мы все имеем нашу историю. И какие-то, особенно на каких-то триггерных ситуациях, похожих на что-то, что в нашей жизни было раньше, или когда мы потеряли контроль и потеряли ресурс. То есть мы забыли ресурсироваться, стали плохо есть и спать, перерабатывать и так далее. Мы вдруг раз проваливаемся в привычную какую-то модель восприятия мира, в которой там все как-то нерадостно. Да? Если мы перестали радоваться, обратите внимание. То есть для моих таких уже
долгосрочных учеников, понятно, про что я говорю, когда я говорю, что обратите внимание, если вдруг вы потеряли радость, это симптом. То есть радость, вот фоновая радость, как бы ни складывался наш путь, что бы ни происходило в мире вокруг, человек осознанный, у него все равно радость является базовым чувством, потому что он в контакте с миром находится всегда. А контакт с миром, он дает очень много радости. Я не имею в виду контакт с новостной лентой. Я имею в виду контакт с реальным, живым, чувственным миром, с людьми, которые нас в реальной жизни окружают, даже с едой, которую вы на самом деле едите. Выбираете ее полезную для себя, а не вредную и вкусную, а не там токсичную. Вот. Со всем с этим мы в контакте, это дает очень много радости. Даже когда у меня есть друзья, например, которые сейчас, например, живут в городе, который бомбят, например, и мои ученики, я вот говорю там девушке Юля, а не хочешь ли ты приехать в безопасное место? Она говорит, а я чувствую, что там, где я, там ничего не слышу. Ну, я за нее волнуюсь все равно. Она говорит, ну я нужна людям. Люди ко мне вот приходят и чувствуют, что им становится легче, они могут в этом, они, у них уходит злость излишняя, да, у них уходит ненависть, у них уходит страх, они начинают реагировать и адекватно оценивать ситуацию, как-то в ней жить, маневрировать. То есть, безусловно, радость, она более безопасное состояние для организма, для человека и в отношениях, и в творчестве, и даже физически. Потому что когда мы ее чувствуем, то мы и выберем правильные для себя, не знаю, продукты, контакты, способы поведения и многое другое. Но чтобы там жить, не появляться, чтобы она не появлялась и исчезала. Типа, вот есть такая идея, там, счастье мимолетное. Нет. Как раз оно базово. Вот это вот целостное состояние, оно как раз, по идее, должно быть базовым, а не мимолетным. А мимолетно оно потому, что как только появляется вот это чувство радости, человек чувствует контакт с миром или там, с другим человеком, и от этого он счастлив. Вот у него с кем-то случился глубокий, настоящий, подлинный контакт. У него радость, но он тут же, а вдруг я это потеряю, а испугался, а вообще заслуживаю ли я этого, устыдился, и вообще чуть что, да, уходит в какие-то обиды, модели поведения детские, еще во что-то. И правда, это становится мимолетным, да, все пропадает, не удерживается. Вот чтобы радость, чувство вот это вот счастье, радость и контакт с миром был стабильным, нам очень важно разобраться вот с этими составляющими. А практика соло еще дает опору на реальность. Потому что, как известно, тело не врет, и с каждой техникой, которой мы психологической работаем, мы делаем соло-процессы, и оттуда поднимается реальность. Просто с реальностью теперь мы знаем, что делать. Да, у нас есть технологии, как ее перерабатывать. У нас есть группа поддержки. И, конечно же, есть фасилитатор, и есть я, как уже такой тоже ресурсирующий, поддерживающий специалист. И так далее. То есть я знаю, что с этим делать. Вот. Но для того, чтобы мы действительно могли жить полноценно и проживать свое время жизни, самое ценное, что у нас есть, в радости, вот я бы сказала, что этот год на программе, оно того стоит. Но сейчас в данном случае это будет не год, а года. На первой части, но уже из первой части программы вы выйдете другими людьми, точно ресурсированными, точно совершенно более радостными уже. Вот даже уже я вам это рассказала, а посмотрите, после программы вы уже будете знать, как со страхами и со прочими вещами, которые вас выдергивают из радости просто. Вот. А потом мы еще сделаем вторую половину, и будет вам счастье. Просто литерально, да, то есть на самом деле будет вам счастье. Для меня это, этот путь, ну, в каком-то смысле пройден.
Я была очень тревожным человеком, очень испуганным, очень гневным. И очень вот все, что мы с вами тут проходим, я все это проходила. Безусловно, там, способным, талантливым, и все такое, творческим. Но страданий по молодости я себе нагребла достаточно. Именно потому, что у меня не было вот этих знаний. И теперь я стремлюсь ими делиться. То есть я их набирала с двух сторон. И с образованием психолога. То есть я помню, что со мной, как я вообще попала в психологию, если там мою биографию чуть-чуть посмотреть. Я ушла с телевидения, причем из высокой позиции, то есть после всех моих программ «Взгляд», там потом продюсерские проекты, я, ну, в общем, много чего было. А потом я просто увидела, что телевидение становится, ну, пропагандой, чего уж там говорить. И вообще проекты вот такие гуманитарные там пропали. И... А в документальном кино масса коррупции. Тоже не буду показывать пальцем, но я с ней столкнулась и так далее, и так далее, и так далее. И я растерялась, я оказалась в полном каком-то кризисе. Я не хотела так работать, я не хотела носить деньги в конверте в откатах как продюсер, и не хотела, в общем-то, идти в новые модели. Я, честно говоря, в журналистике была, когда это было, по-моему, золотое время, и нигде в мире нет такой свободной прессы, которая была, ну, вот, в 90-х, начале 2000-х у нас в России. Программа «Взгляд» и так далее, нам можно было все, у нас не было цензуры, у нас была... Ну, было руководство какое-то, но вот цензуры не было. То есть точно у нас не было методичек, и что мы вытворяли. Мы были прям настоящими такими защитниками простых людей. Мне это очень нравилось. И когда эта программа закрылась, и, в общем-то, все предложения были про там, «Последний герой», например, делать, да, ток-шоу какое-нибудь, вот еще что-нибудь такое. Я прям была не готова на такую перемену. Мне нравилось быть Бэтменом таким, которым помогает людям. А самостоятельное плавание столкнулось с теми финансовыми механизмами, с которыми я познакомилась, как только пошла топтаться продюсерскими тропами. Ну и привет. Да? Я просто не знала, что мне делать. И вот тогда я и нашла психологию для себя. Сначала я пошла как клиент просто разобраться с кризисом. И найти способ новый общаться с людьми. Да, что делать мне? Я всю жизнь была с юности, была сотрудником телевидения. Да, я знала только, как так жить с этим удостоверением, заходя всюду. А как еще? И в то же самое время я вдруг увидела, что это тоже способ помощи людям, но очень такой какой-то свободный. У меня нет руководства, у меня нет начальников, у меня есть прямое какое-то взаимодействие. Иногда с небольшим количеством людей, иногда с большим, ну, не с теми миллионами, как были на телевидении, но все-таки, но зато и результаты более устойчивы у человека. Он меняется, начинает, ты думаешь, не рыбку даешь, а удочку, да, он меняет свою жизнь сам. Не просто приехала там волшебная программа «Взгляд», надарила подарков, сделала там какую-то ему революцию в его жизни, потом мы спустя годы встречаемся с этими людьми, а он, конечно, все это дело обратно разрушил. Потому что он не сам это сделал. Это чудо прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете. И у нас это была прям, да, у взглядовцев, это наша была прям такая боль, что вот же, мы тебе все разрулили, а ты опять. Ну что ж ты? Вот. И учить людей, как строить свою жизнь, на самом деле, это было интересно. Но мне не хватало вот этого драйва, вот этих поездок, вот этой какой-то вот истории, вот этого всего какого-то огня. И тогда вот начались шаманы. Я, ну, условно, целители. И кроме того, профессия... Мы были такие шаманы от телевидения. У нас, в принципе, во «Взгляде» мы были такие все немножечко супергерои. У каждого своя какая-то суперсила была, у меня была вот целительские способности, которые я тогда не осознавала, но они были, и опять же, в нашей команде все время обсуждалось, что у нас есть наше секретное оружие, это Олеся.
Меня там не спрашивали документы на входе, я могла посмотреть там в глаза охраннику и пройти в здание. Как-то у меня это получалось. Меня не спрашивали документы в самолет. Я тогда не электронная еще была, я же давно живу. Я, может, относительно молодо выгляжу, но лет мне много. И были люди, которые проверяли твой паспорт просто. Ты шел в аэропорту, давал документы, человек физически его проверял. Меня не спрашивали, меня пропускали так. Это был такой вот трюк. И моя была способность видеть, понимать людей, задать правильный вопрос, и человек вдруг рассказывал все. Вот. У меня была вот такая. У кого-то были там еще какие-то адреналиновые способности или умение строить контакты и все остальное. И вот мы были такие супергерои. И вот эти вот, вот этот дух какого-то такого чуда, шаманизма такого, волшебства. Вот мы раз, и случилось чудо. Вот мне этого немножко не хватало. И плюс еще вот этой игры с миром, потому что ты приезжаешь в какой-нибудь очередной город, и у тебя еще очень много впечатлений от документалиста. Он же это же мой еще, ну, как бы, материал, пространство. Вот я снимаю интересные кадры, снимаю интересные сцены, и еще из этого я рассказываю историю, чтобы она была живой. Вот. Я была хорошим документалистом, прям вот топовым в этом смысле. И у меня всегда были очень красиво рассказанные истории. Но это было потому, что я видела вот эти вот нюансы в мире вокруг. И вот куда все это девать-то? То есть ты сидишь в этом кабинете психолога, четыре стены белые там и кресло, да? Да, человек по-прежнему тебя... Ты, вот этот момент задать правильный вопрос и увидеть человека, это да, а вот это все вот мир вокруг. И вот это, конечно, в путешествиях в деревню целителя. Вот там, да, там каждый вообще облачко, а так шаманы мыслят. То есть вот гриб вырос, все, можешь жениться. Там что-нибудь такое. То есть он общается с миром. И вот мы это соединяем в каком-то смысле в практике соло. Вот психологические техники и вот весь этот шаманизм и опору на тело, и опору на свою чувствительность в соло-курсах мы реально соединяем. Поэтому я подзабросилась на чувствование тот курс. Но действительно я признаю, что он был в каком-то смысле эффективнее, потому что мы там проходили весь путь до конца, один за другим шаги. Никто не уходил с программы. Там все были просто одной семьей. Вот обычно с длинных программ кто-то сходит на середине дистанции. Из них на чувствование не уходил ни один человек, потому что это было настолько как-то для всех интересно, ярко, увлекательно. И вот одно вело к другому, и каждое и всегда все были в ресурсе. Я давала очень много заданий в паре. Вот. И в конце у нас была последняя такая вот, прям такое вот загадывание желания. Да? То есть ты прошел, а теперь чего ты хочешь? И у людей это обычно исполнялось, случалось. Набрал ресурсы, теперь делай то, что ты хотел. То есть мы вначале с этим работаем, и в конце. Ну, а теперь ты видишь, как это получить. Иди получай. И все получали. Вот в чем фишка была. Вот здесь мы пока до этого места не доходим, мне этого не хватает. Поэтому мы собираем сейчас первый блок «Сложные чувства» в один блок. И второй блок мы тоже соберем. И его завершением будет вот этот вот курс про радость, шестой. Вот с этой вот силой и с возможностью уже точно реализовывать то, что ты в самом начале намечтывал себе, да, хотел бы в идеале, чтобы это состоялось. Но второй блок не надо идти, вот ни в один курс второго блока не надо идти без курсов из первого. Вот первый блок, в принципе, можно с любого курса начать, главное пройти их все три. Но лучше начинать со страха. Поэтому сейчас мы предлагаем такую программу на полгода, где будет страх, потом гнев и обида, и потом стыд и вина, чтобы чуть-чуть, ну, как бы все это собрать. Вот потом вторую часть тоже можно будет начать с любого где-то. И только не с радости. Радость последняя. Но сначала пройдите вот эти вот наши три. Но мы их потом выстроим так, чтобы можно было год идти один за другим в одной и той же группе. Так будет. Те, кто проходит эту программу вместе через полгода,
смогут пойти сделать немножко выдоха месяцок, другой, просто выдохнуть, и зайти снова на следующие три. А может быть и подряд, потому что, опять же, опыт ясночувствования показывал, что когда мы делали паузу, людям потом сложнее было опять вот вроде бы. Вот уже марафон, 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 ну что, отдохнем месяцок, а потом сложно попасть в то же вот как бы прокачанное, раскачанное состояние. Может быть, мы сразу поставим вторую часть. Такое тоже может быть. Пусть это будет год вот такого вот, прям вот такой жизни. А потом У меня есть идеи, что то, что продолжительность программы увеличилась, это окей, но вот этот год, правда, поменяет судьбы у людей. У меня есть такое ощущение, что, но не просто поменяет, а еще и сделает их, правда, свободными. Да, не то, что, а когда у вас опять ясночувствование, я опять хочу так прокачаться, чтобы ходить по небу, по облакам. А вот прям уже точно сделает их самостоятельными вот, хозяевами абсолютными уже своих чувств. Потому что и группа поддержки, и практика регулярная. Еще чем соло отличается? Ясночувствование в основном были парные практики. Люди практиковали в парах. А в соло и так, и так. Если вам сейчас не с кем, негде, вы вообще находитесь где-то в лесу, отлично, идете в практику соло, или в любой не надо ни с кем даже договариваться. Соло же можно практиковать и в паре, и на ретрите. Вот у нас сейчас будут ретриты. На ретрит приезжайте обязательно. Там тоже будут все эти наши чувства. Но вот ретрит есть ретрит, тут ничего не скажешь. Но это раз в году ты можешь такое сделать. И это не дешево, надо куда-то приехать на ретрит, он денег стоит. Вот. А на группе у тебя есть все время замотивированные одногруппники, с которыми ты работаешь в техниках. Но когда ты один, тут есть другое. Во-первых, это ежедневная практика становится. И во-вторых, есть же форматы длинные, хоть трехчасовые мы на ретритах практикуем, 3 часа движения в бухте, например, или в лесу. А есть форматы там 10-минутные, просто 5-минутные. И в любой непонятной ситуации закрыл дверь, сделал себе свободное пространство, и 10 минут подвигался, ты уже другой. Ты уже можешь дальше работать, дальше что-то делать. Что-то меня там накрывает, какая-то эмоция. Или что-то я затупил. Или что-то я никак не могу сесть за какую-то задачу. Окей. Привыкнуть, просто привыкнуть. В этой ситуации сразу идти в соло вам усилит вашу эффективность, уберет ваше сопротивление и даст вам море ресурса. Вот. И поскольку у вас появляется вот такой уровень устойчивости, я думаю, что вот эта полная программа соло с чувством — это просто вообще другая жизнь. А вот эта первая половина, 3 первые курса — это уже жизнь, ну, скажем так, без лишних страданий. Уже точно совершенно попадание в осознанность. Вы уже осознанно будете грустить, радоваться и так далее, точно. И вам не будет так сильно закрывать глаза, ну вот то страх, то стыд, вот это все, да, вот эти шоры снимаются, вы уже будете точно, вот ясночувствование же называлось, именно в этом стояла задача, чтобы вы, во-первых, справлялись со своими чувствами, да, во-вторых, чтобы они были ваши, чтобы вы ясно понимали, что вы делаете, и какое чувство вас сейчас ведет, и почему, и куда вы попадаете в связи с этим. О чем вообще вы сейчас, что вы делаете? Что я делаю, чтобы иногда потом человек спросил, что я наделал, вот, чтобы такого не было. Чтобы ты чувствуешь так, что-то у меня, во-первых, радости не стало. Первый симптом, что надо срочно сходить в соло и разобраться, что происходит, там, пописать что-то еще. А второй симптом не понимаю, что происходит. Что-то я не понимаю вообще. Это означает, что вы попали в какую-то слепую зону. И через соло вы из нее выйдете. Точно. Через наши техники, связанные с соло еще. Соло плюс вот эти вот наши техники. То есть вот эта программа точно научит вас, как выходить из слепых зон. Вот, я бы еще так сказала. Что? Другой вопрос был какой-нибудь, который я же долго отвечаю, да? Вы ответили почти на все вопросы, которые я готовила. А на какие не ответила? Посмотрите в списочек.
Да, у меня сейчас, ну, как, наверное, завершение, сложилось такое ощущение, что вот первая часть, она больше про такую подготовку платформы, про подготовку себя к выходу в свет, в жизнь, вот в эту свободу, и про отношения, наверное, с собой. Да. А вот вторая, она уже про отношения, именно про близость с людьми будет, правильно? Вот нет, как-то вот... идеально. Потому что уже на первом курсе на чувство на страхе у вас отношения с людьми поменяются. На самом первом уже. То есть когда вы начнете действовать не из страха, а из осознанного, вот как только вы уберете эту свечку, все уже все поменяется. То есть качество ваших отношений с собой, с другими, с миром будут меняться с самого начала программы. Просто здесь как бы накопительный эффект. Соло вообще длительная практика. И образование тоже, это тоже последовательно. То есть вот если говорить про обучение, про наш образовательный подход, то, ну, в общем-то, это в некотором смысле некоторое психологическое образование получается. То есть, ну, как бы мы в данной ситуации имеем в виду не диплом психолога, но точно совершенно вы будете знать в каждой ситуации, что делать. Ну, просто невозможно. Слона едим по частям. Ну, вот как бы, да, все смешать в один там курс неграмотно. Для того, чтобы действительно разобраться, разделить все, а потом соединить вместе, просто нужен такой вот путь. То есть тогда, ясночувственно, я за полгода какую-то программу выстроила на полгода, чтобы от одного к другому шагу. Все-таки наше внутреннее устройство, оно не такое примитивное. Вот вроде бы есть там какое-то количество базовых чувств, но есть очень много нюансов. Есть очень много, вот как семь красок, да, их не семь, на самом деле, их три. Вот все цвета мира созданы из красного, желтого и синего цвета, по большому счету, да, все смешивается, то есть зеленый, это желтый и синий, ну и так далее. И все оттенки, ну, плюс черный и белый, есть еще светлота. Все. Допустим, их тогда пять. Черный и белый, которые, ну, не совсем цвета. И вот три цвета. Вот то же самое с чувствами. А тут еще их больше. Вот те, которые чувства я называю, духовные традиции считают отдельными базовыми, как нота, как базовые цвета есть, вот эти базовые чувства. А про зависть и ревность я добавила, потому что я считаю, что этого не хватает. Да, для того, чтобы жить в радости, нужно еще видеть деструктивные модели поведения, когда ты, ну, попадаешь вот в сравнение. Сравнения вредны. Такого рода сравнения вредны. А как делать их полезными, вот об этом будет курс. Вот. И тем не менее, очень много нюансов. Вот смешав вот эти вот базовые чувства, мы получаем всю палитру эмоций, огромную просто, в которой часто человек тонет, он не может разобраться. Так вот, когда ты тренируешься смешивать все цвета там из трех, не берешь готовые тюбики, а тренируешься, ты очень быстро начинаешь понимать, как они работают, как они устроены между собой, и как их, правда, можно намешивать. Вот. У нас с соло-художника есть такие задания теперь. Мы учимся получать любой цвет вот из базовых, плюс черный и белый. А у нас же есть еще соло-художника теперь. А вот. Так вот, получать, видеть, из чего состоит мое состояние, чтобы научиться, все-таки вот эти чистые чувства тоже нужно уметь вытаскивать и понимать. И понимать, какого надо подмешать, чтобы получить то, что я хочу. Но на самом деле самое главное, что мы делаем здесь, мы, конечно же, восстанавливаем контакт с реальностью и даем, то есть свобода понимания, как работает моя психика, да, умение управлять, умение иметь дело с своей психикой, это как умение смешивать цвета. А вот что мы рисуем, это уже следующий вопрос. И вот в этом же смысле здесь тоже. Про что я живу? Вот поэтому нам тоже нужно и соло, нам нужен весь этот год все-таки, чтобы и стать мастером в разбирании своих чувств тоже, да, в проживании этой реальности, в контакте с этим миром.
Ну вот в этом во всем, чтобы стать художником, стать артистом, просто там все равно нужно какое-то время. И по программе мы идем и набираем это мастерство, этот опыт. И в то же самое время одновременно мы узнаем себя всю дорогу. И мы выбираем уже свой путь, как смешиваем краски, а думаем при этом, я все-таки хочу больше домики рисовать или человечков. А может быть, цветочки, да? А может быть, вообще совсем у меня история про другое. И не про домики, и не про цветочки, а про там исторические сюжеты или еще что-нибудь такое. Ты все равно в это время разбираешься. И точно так же и мы в процессе нашей программы разбираемся, а про что я на самом деле? На самом деле, нет. В смысле, это программа про предназначение. Пока вы разбираетесь со своими чувствами, со знаками пространства и со всем с вот этим, вы начинаете понимать свою уникальность. И вообще-то про что она? Эта тема, она идет немножко фоново. И когда приходит время на нашей программе, когда вы уже становитесь супергероем этим самым, который вот сейчас так прокачавшись, в принципе, реализует любую задачу. Но с задачами же мы тоже работаем. А какие задачи ты на самом деле хочешь реализовать? Про что ты на самом деле? Ты хочешь 7 детей? Или ты хочешь режиссировать кино? Или еще что-то? Или, а как ты, как что в твоей жизни сочетается? Как это балансируется? Ты вообще про что? И вот это за время программы у человека тоже, по идее, осознается его какой-то смысл, его какой-то уникальный мотив, его какой-то уникальный, вот, его нотка. И вот есть вроде бы 7 нот, а симфония. Так вот, я про что? Я симфония или я, может быть, лирик какая-нибудь? Мне очень понравилась вот эта последняя метафора про то, что мы как художники сначала учимся краски делать чистыми, видеть эти чистые цвета, а потом рисовать вот эту свою жизнь и ткать свою симфонию. Вот, мне кажется, это прекрасно. Вот именно из своей вот этой уникальности, которую узнаем, вот ткать вот эту ткань своей жизни. Да, это красиво. Сюжет. И поэтому у нас продвинутый курс потом будет. Я его назвала для себя пока «Соло с любовью», потому что он про отношения, но он же и про предназначение. Mm-hmm. Как жить в любви. Про любовь, которая вот тоже базовое чувство. Я очень благодарна за этот эфир и думаю, что в принципе для начала, как запуск, достаточно. Я на свои вопросы получила ответы. Спасибо. И, да, спасибо большое. Сказать, если у кого-то появляются вопросы, вы обязательно пишите в комментариях или мне в личные сообщения. И мы с Олесей еще будем запускать там какие-то эфиры, будем выбирать тему о соло с чувством. И обязательно Олеся будет вот так же раскрывать на эфирах на какие-то темы, которые уже интересны вам. Вот. Да, давайте обсуждать. Мы даже можем какие-то конкретные истории обсуждать, если вы хотите, чтобы мы разобрали что-нибудь. Или какое-то конкретное чувство. Можно следующий про страхи, например, сделать эфир. У нас есть затея сделать несколько эфиров. Ну, спасибо, дорогая. Спасибо. Как у нас обычно, все только начинается. Так, я надеюсь...